Здравствуйте, меня зовут Людмила Благонравова, и я представляю анонс событий ООН на следующую неделю. В понедельник в Женеве стартует очередная сессия Комитета по правам мигрантов. Перед комитетом отчитаются несколько стран, включая Кыргызстан. В течение всей недели в Дохе будет проходить Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. А в четверг Генеральная Ассамблея обсудит вопросы миротворческой деятельности ООН. Об этих и других событиях вы можете узнать на нашем сайте. До встречи!